Садык кажется таким тихим. У него что, проблемы? Я знаю о его проблеме. Он уволился с работы. Когда вы об этом говорили? Ищу друга. Мы пересеклись в городе. Цветы на заднем дворе завяли, хоть я регулярно поливала их. А откуда мне знать почему? Мы обеззараживали сад. Может быть, это и на цветы повлияло. Такова судьба. Ищу друга. Иди сюда, внучек. Надеюсь, они тебе понравятся. Дедушка купил мне книги. Они твои, если ты меня разок поцелуешь. Иди сюда, давай почитаем вместе. Ты нашел своего друга здесь, Денис. Апарации, ты просто терял время. Буквы такие мелкие. Мне почитать вслух для тебя? Давай, читай. Ülkesinin kraliçesi Karala bir süre önce tanıdığı Phantom'u yakalaması için sağlık generali görevlendirir. O arada Monster'in Medina'ya kraliçe ile ilgili hikaye anlatmaktadır. Bana meydan okuyabileceğini mi sandın? Aptal adam. Выглядит отлично. Молодец. Gel Cemal abi, otur şöyle. Durgun gördüm seni biraz. Ты немного молчалив. Ты прав, немного. Это замешательство. Только не говори, что это так, я тебе не поверю. Это же твой родной город. Родной город, дом, родина. Позже я переоценил значение этих слов. Я всегда думал, что боролся за эту страну. Только этой стране все равно. Это то, что думают многие люди в эти дни. Мы мечтали, чтобы жить здесь, помнишь? Ты сумел, я нет. Я хочу спросить у тебя кое-что. Ты, по крайней мере, пытался. Для тех, кто боялся попытаться, ты можешь сказать, что я многое упустил? Я спрашиваю, потому что мне действительно любопытно. Других причин нет. Если бы у тебя был еще один шанс после всего, что ты прожил, ты бы остался или уехал? А я не знаю. Думаю, я бы взял все, что у меня есть здесь с собой, или бы забрал оттуда, сюда. Ты знаешь, что самое трудное? Застрять на середине. Я бы не смог ни уехать, ни остаться. А о чем они болтают? Это интеллектуальный разговор, это не для нас. Давайте, интеллектуалы, будем здоровы. Будем. Похоже на Рахат Лукум. Dante gibi ortasındayız ömrüm. Delikanlı çağımızdaki cevher. Gözünün yaşına bakmadan gider. Geç kaldınız. Что-то ты поздно, иди в постель сейчас же. Может, сделать тебе кофе? Салим гитти ми? Салим пошел домой? Анне. Мама. Отведи Дениза в дом Салима. Мне не следовало отпускать Салима, он бы мог бы взять его с собой. О чем ты говоришь? Мама, пожалуйста, забери Дениза и уходите только на сегодня. Я собираюсь поговорить с отцом, и вполне вероятно, что мы будем ругаться. Отец, я знаю, ты все слышал. Слышишь меня? Нам нужно поговорить. Я пришел сюда не извиняться, так как на это нет причины. Я не буду спорить на тему «Простим друг друга». Я буду на заднем дворе, папа. Одевайся и выходи. Это очень важно. Нам нужно поговорить.